Всем привет, мои дорогие пельмени, с вами я, Стопфайр, и сегодня у меня будет такое прекрасное видео, как обзор на нашу игру с моим другом, ну, короче, на нашу любимую игру, вот. Конечно, у нас один участник будет без голоса, потому что он ест на крошку. Ладно, да, поздоровайтесь, пупсики. Так, это кто? Какой у тебя ник, я забываю всегда. Да. Ну, короче, вы увидели. Описание на его канал я оставлю в комментариях, как и эту игру. Да потом. Все, потом. Короче, начинаем. Ну, у нас, во-первых, есть тут три паркура. Типа вот этот изи паркур. Я, конечно, так этот... покемончики. Залипончики. Ой. Я прошел с первого раза. Где моя зарплата, говори? Тебе там ачивку должны дать. Да я уже получила ачивку. Да еще этот паркур не добавить. Я тупо не могу. Я такой лох. Да ты даже изичку не можешь пройти, который поменяли второй раз. Ну первый раз он был легче. И пельмени, они у меня паркуры, да, я знаю, я лоха, давайте. Верьте в меня, пупсы. Давайте я разрушу секрет. Сыграем в игру паркуры. Я просто не могу. А, блин. Знаешь, что я только что понял? Я одно, сыграй в режим паркур и все. И ты будешь... Я знаю, паркур это... Вот, я просто паркур вспомнил, что это все плиты. А, так это же плит. У меня нога... Так, стоп, что? У меня нога сквозь плиту проваливается. Ой, я сдох. Молодец. Так, я иду на средний уровень, я иду пока там. Вот видите, это плиты, как бы. Я как лох все равно сливаюсь. Да как я это играю? Покемончики, как я не могу это пройти? Я, кстати, изи не проходил. Вот тупо прохожу его начало на изи. Ну, как надо мной издевается мой друг? Я прошел первый раз. Ну боже, о, я их слился. Опа. Так, давай. Это что в конце такое? Я не касался! Да, это карма. У меня есть друг знакомый. Знаете, The Strongest Battleground? Вот, кто знает, тот знает. А, мой друг, особый пельмень. Только если он будет смотреть это видео, пусть он не обижается. Чел убил его 1 миллиард раз, и в конце он убил того чела на ульте. И пишет карма. Скоро, о, Марк, проходи серию. Ну, честно, для меня изи был изи. Так, ладно, давайте. Включил свой уровень миллиард по паркуру. Кстати, средний для меня легче, чем изи. Как изи, да. Вот ты тут плохо. Он не понимает. Ну, конечно, почекай. Вот пусть разраб это почекает. Это бесит баг. Когда ты просто прыгнул, знаешь? Пошли, Симонка. А, типа, вот, смотри. Ты допрыгиваешь? Допрыгиваешь! Они... Так, дубль 52. 50... Покемончики. Я тут ходом уже. Короче, если что, вам спойлер небольшой. То, что... Вот, смотри, погоди. Покемон.
Вот. Вам спойлеры, в конце каждого паркура идет ачивка, но просто вы этого не шарите про это. У меня почему ачивки нету? Потому что я прошел все, кроме харда. Да, я лох. А я прошел хард. И у него есть ачивка на хард. А я лох, который не может. Я еще раз прошел. Да, я выкусил. Кстати, хотите флешбэк? Я же нормально! Это типа не место прозрачное и баганное. Ладно, ничего страшного, побежали какие монетики. Так, научи меня проходить хардкор. Годжи и Сукуна. Чисто два шелушая. Так, самая редкая ачивка в игре — это хардкорный паркур, да? Головасин. Если что, он висит на общем звонке нашем, но просто он ест окрошку, поэтому он не может. Он жрет окрошку. Отскажи, я тебя убью! Я тебя убью! И бабайка плохая. Кстати, в голосовании наконец-то, вот вы, кто знает, в голосовании про The Strongest Battleground. Ой, тьфу ты. Этот, нет, он окрошку ел. Он обидка, что он не ухуел. Ой, это было зря, конечно, сказано. Так. Это было бы мега обидка, если бы... Вот как это проходить? Объясните мне. Объясните мне, пожалуйста, как это проходить? То есть... Не разрал, просто напиши, если это видео посмотрю. Ты убыл? Да. Не, это не разрал, точно. Наш друг Сима, давай, уходи. Ну помогите, я не могу это пройти. Как я умер! Ладно, все, переходим к следующему. Так, кидай Симончика. Вот это... Чем? Легенда будет. Отойди, пожалуйста. Сейчас, погоди. Как снимали Титаник? Давай, включай.
Бабу не папы, где ты типа надо? Папы, где ты типа не папы, где ты типа надо? Good flip.
ищем. Почему я тебе не...
Пока.